Брестская область по итогам прошлого года в молодежных соревнованиях Белорусской Федерации легкой атлетики уверенно заняла лидирующее место. Возможно, по этой причине, а также потому, что Брест – героическое место, первую спартакиаду детско-юношеских спортивных школ республиканского значения в новом спортивном сезоне было решено провести именно в нашем городе. Для меня, и я думаю, что для каждого там гражданина Республики Беларусь, Брест является точкой силы, местом силы, правильно. То место, где спортсмен должен заряжаться той энергией. Сегодня у нас проводится первый старт. Старт, который символичен. Это соревнование среди ДЮСШ. Всего у нас в стране работает 79 ДЮСШ и 59 СДЮШОР. 138 спортивных школ развивают легкую атлетику. Это достаточно много. Практически почти 20 тысяч занимающихся в этих учреждениях. Это прошла сложная система отбора, где по три команды из каждой области представлены на наших соревнованиях. В течение двух соревновательных дней юноши и девушки со всей Беларуси боролись за победу в беге без препятствий на различные дистанции и на 60 метров с барьерами, в толкании ядра, прыжка в длину и высоту. Эти соревнования – первые соревнования республиканского значения, которые открывают зимний сезон. Это спартакиада. У нас идут, участвуют в этих соревнованиях юноши и девушки 2004-2005 годов рождения, которые являются участниками различных спортивных школ наших регионов. Они, можно сказать, представляют практически всю нашу юную легкую атлетику. Ребята же тренируются, они должны знать, идти к какой-то цели. А в первую очередь для спортсменов это результат все-таки. А за результат официально, только на официальных соревнованиях. Судьи и тренерский состав рассчитывали на высокие результаты, так как среди участников, несмотря на юный возраст, было немало сильных титулованных спортсменов, а зимнему старту предшествовала серьезная подготовка. И, похоже, ожидания тренера и судей были не напрасными. Я бежала сейчас с барьерами, делаю пятиборье, соперники сильные, и всегда тяжело, когда стараешься. А сколько готовились? Конкретно к этим соревнованиям, постоянная подготовка, лето, зима, осень. Сегодня, по мнению моего тренера, я очень хорошо толкнула. На самом деле, я очень давно хотела заниматься, и мне очень сильно понравилось. Сегодня очень сильные соперники. Ну а сейчас мы стремимся к победе, и всего считаю наилучшего, и всем желаю удачи. Всего в соревнованиях приняли участие 270 человек. За два дня были поставлены новые личные рекорды, а некоторые спортсмены стали двукратными победителями. Лучшие результаты показали Ярослав Климов, Денис Галух, Андрей Максимов, Карина Ковалькова, Екатерина Лапицкая и Маргарита Баранкевич.